Всем здоров, ребята, всем здоров. В общем, ребят, сейчас мы будем играть в Бабу Квас, пародия на Brawl Stars, ребят. Почему сейчас все удаляют Brawl Stars, скачивают Бабу Квас? Я не понимаю, что в нем такого, мне кажется, интересного. Внимание. Ага, дисклеймер, ну да. Ладно. Пародия, добро пожаловать в Бабу Квас. Кликуха на районе? Что? Чекани сюда. Да ладно, пусть так будет. А, мне так нельзя. А куда мне нажать, чтобы... Ладно, давайте. Давайте назовем себя... Кофейком. Не, ночью, ребят. Так. А могуш обычный. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чё? 4 режима, некоторые закрыты, не могу. Гопник. Оу. Крутой, ребят, из этой иконки. Только вот такого крутого гопника. Чат есть какой-то. Пошёл в магазин. Угу. Ребята, давайте пойдем вот этот ящик обезьяний. Монеты. Манке фейк ПНГ. Обычный. Блин, это же не ПНГ. Не понял, ребят, прикола. Скин на Блеона. Красная Москва. Скин на Амога со Сурим. Скин на мышка Фредди. Золотой дождь. О, ребят, здесь много всего. Потому что он в Брау Пассе. Он как путь к Сраби. Кутольт. Хочешь Кутольт? Слава Бебову. Чё? Бойцы. Но. Ничего себе бойцов. Давайте попробуем, ребят, поиграть за Амокс. Ребят. Что это, по-вашему? О, боже, ребят, это что такое? Давайте тогда попробуем поиграть еще за макаку. Вот эту. И поиграем еще вот в этот режим, что это такое. Это что? Слушайте, ребят, игра же нормальная вроде. Мне кажется, что, в принципе, такая пародия на Брау Квас пойдет. Бабу Квас. Здесь даже из игры Пол. Из игры тоже какая-то музыка. Друзья. Нет, друзья. Клуб. Ясно. Ну ладно, ребят, да что будем делать? Изменить фон, как-то. Майнкрафт. Ладно, ребят, что будем делать? Дай какой вот этот ящик, чтобы у нас был ноль гемов. Не знаю зачем. Так. Монеты. Ребят. Это не Браву. Это не Браву. Ладно, ребят, пародия на Brawl Stars. Но это не пародия, это что, это мемный какой-то Brawl Stars. Чисто флекс. Эпический боец. Боже, ребят. Кого я выбил? А как эти режимы, кстати, открывать? Я не знаю. Ну ладно. Новости. Ребят, у меня 3 бойца пока что. И 72 бойца. Блин, только нет Brawl Stars. Чисто флекс. Ну что, поиграем, ребят, за это тело? О боже, ребят, что это? Так, я понял, мне надо прыгать с самого начала. Мне кажется, у нас инцидент, поэтому, ребят... Ребят, мне кажется, что был тоже инцидент, вот тут бабу квакал с интернетом. Или он такой покрутский, что он не с интернетом. Эх, какая...
Какая хорошая, ребят, игра. Прыгать через машину. Да не забыла, кто это такой. Что мы за тело всего лишь какой-то играем. О боже, ребят, что это за пародия? Еще нам, ребят, главное, ничего не дают. Главное меню давайте. Да, ребят. О, что-то интересное такое. YouTube. Информация. Что это? Ладно. Что за смайлики такие? Ну, ребят, здесь что-то, похоже, надо копить. Да, сейчас мы вам могут попробовать. Кто-то был такой большой, могут прыгать через такие машины. Он зацепил полюбасу одну. Заново, ребят. Рекорд 6. А я хочу больше. А, вот это какой-то сейчас, как я машину перепрыгнул. Блин. В общем, ребят, странная довольно игруха. Я надеюсь, надо понакапливать всякого. Ну что это, ребят, такое? Вот, ребят, вы бы слышали, я бы представил, что это такое. Мне кажется, где ты услышишь чили. Чили не знаю что. Так, ребят, здесь за просмотр рекламы 70 гемов. Ого, ты че, вообще круто. О, донатить даже можно. Блин, ребят, я хочу этого блюда. О, а давайте попробуем заработать. Давайте три просмотра экрана сделаем и купим себе блион. Пока он не исчез. Ребят, ну это можете пропустить. Можете пропустить. Смотрите, где я смотрю рекламу. Все, ребят, могу покупать себе эту легендарку. Купить. Эй. Почему не могу купить себе эту, себе этого блеона? Извините. Почему я не могу? Странный ящик с блеоном. О! Вот здесь выпадет блеон. Санитар из чего-то там обычный. Санитар с первой игры от чего-то там. Эй, похоже, ребят, мне надо купить именно такой киберспорт. Одевать даже. Как? Серьезно? Так. Мега ящик. Ой, я даже не хочу представлять, что там. Ящик анонимусов. Где комната? Кто это? Обычный аноним.
обычный, самый обычный школьник. Ну я не знаю, ребят, что здесь еще можно ожидать от них. Теперь какому еще ящик не открывали? Да откроем вот этот ящик. Может, это, может кто-нибудь и выпадет. Грачи-мучи? Какой еще грачи-мучи обычный? Кто это? Боже мой. О мой бог. Так. Нига, чё я не могу купить Блеон? Может так? Ну, ребят, мне хватает. Мне хватает. Подождите, ребят, здесь 25 было. Теперь его сколько? 90. Не знаю, ребят, чё я не могу его купить. Ну да ладно. О, вот мы мегаящик еще не покупали. Давайте купим все-таки один. И кто здесь выпадет? Вырубился? Обычно. И что делать? Это странно. Скажите, ребят, это странно. Давайте ящик анонимуса. Обычно анонимус самый обычный школьник. Я же его уже выбивал. Как бы. О, давайте купим себе 30 гемов. То есть кроме ящик с Блеоном. То есть интересный ящик откроем. Только что нельзя. Мне будет хватает, ребят. Блеона тут нет. Так, блин, а если же есть? О. А, ну да, здесь нет реально Блеона. Собака какая-то обычная. Что-то здесь на английском написано. Давайте изменим фон, может здесь. Блин, а что это такие дорогие эти фоны? Ну ты такой, ребят, фон сделаем. В принципе, нормальный. Новости, бойцы. Бля, у меня целых 8 бойцов. Бля, мини. А что тут такое? Дальше ничего нет. Знаете, ребят, кто мне из этих всех больше всех нравится? Мне вот нравится, знаете кто? Мне вот нравится больше всех вот эта вот макака. Манки фейк. ПНГ. Мне она больше всех нравится. Будет за эту собачку поиграть, что ли? Ребят, то что такое? Как красиво это выглядит, картина. Собака Ходзуки прыгает через машину. Ну, как ее, ребят, еще мне назвать? Я назову ее так. Собака Ходзуки. Да. Не часто, ребят, встретить собаку кунг-фу, которая прыгает через машину, да? Ладно. Ребят, странно было. Это очень было странно. Не стучись. Ну, тебе главное меню. Это очень странное приложение. Магазин. Ребят, давайте... Сейчас я... Посмотрю. Один раз рекламу, и мы откроем последний ящик, и будем уже на этом прощаться. Давайте. Эй. Эй! Похоже, ребята, я не могу почему-то. Ладно, давайте это за монету купим. Так, и какой откроем ящик? Какой откроем? Ну, это классический ящик, может, в нем кто-то и выпадет. Кто это? Шлёпа в тазике. Обычный. Хорошие пельмени. Это очень вкусно. На самом деле... Рецепт просто много мяса, мало теста. Хороший боец, ребят, скажите. Ребят, скажите, вы знаете, что хороший боец? Шлёпа. Ребят, шлёпа в тазике. Нормально, в принципе. Ладно, ребят, давайте уже будем на этом с вами прощаться. Не забывайте ставить лайк, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а с вами был я, Руслан. Всем пока-пока!